О, она справа. Прославляем, чтобы
чтобы вы всегда по Божьей жили и веру правую хранили. Бояться не треба. Я хочу поблагодарить сердечно. Я знаю, что тебе хотелось сказать самые милые, самые добрые, самые сердечные. Я тоже когда-то ходил в школу. И в школу ходил здесь, в этом городе. Много-много лет тому назад. Я также припоминаю, когда приезжал блаженноподживший владыка Макарий тогда. Я был, может, такой самый рост, как и вы обе. Мне тогда не пришлось встречать владыки. Я был приезжий, здесь брещане встречали, но я помню, как они также волновались, и как я вместе с ними волновался. А вот видишь, потом так и все. И пошло, и прошло. Бог благословил. И ныне из такого маленького хлопчика вышел такой двуметрового роста владыка. Пусть Бог благословит вас в учении вашем, в семьях ваших, всем добрым. Поблагодарите маме и папе за то, что всегда вы в церкви и всегда будете со Господом. И Старице Небесной, когда бы так трудно, вот на уроке иногда, призабудется чего-нибудь, так вот и перекреститесь. Теперь можно и громко, никто уже за сие из класса не выгоняет. И тогда будет все хорошо. И учеба придет хорошо, и школа пройдет, и повзрослеете, и замуж повыходите. Такова жизнь. Пусть Бог благословляет всех нас добрым делом, добрым словом, святым, великим благословением. Спасибо. Пака, преосвященство, преосвященство Владыка. Три имени Центрального комитета. Сердечно благодарим вам за прибытие к нам на наш храмовой праздник. Благословите хлеб и соль и помолите за нас праздник. Господь Бог помолит вам, Царице Небесной, благословит хлеб и соль всем пригорьям, всем городе, на нашей вещине, гайнушне, на всей нашей стране, чтобы всем хлеба, соли и доли доброй, на всякое время, на всякий час, хватало во имя Царицы Небесной. Сей день живем же супруга с вами. Возрадуемся и повеселимся вас. Это время нас. А нас сегодня мало нас. Кто же уже соблюдает утопая сегодняшнего праздника? Вам, мне понравится дело. Радость вознесли все сияние. И радость нам возникает. Лучше станет вместе с вас. Будет молиться об этом древнем храме. Вместе с нами Владыка возносит молитвы. Поговорится молиться, чтобы она нас не оставила в будущем. Храм сегодня строим 1500. Yeah,
приезд, прошу считать сюда, хотел бы, как к себе, как домой. Примите же так меня и сердце мое таким, увидьте и сообща, прошу, и вас, Господин Отец Владимир, и вас, братья, и вас, братья и сестры, дети, молодежь, помолиться Пресвятой Деве Марии, дабы она представительствовала у Спасителя, Сына Своего и Бога нашего, за всех нас. Начнем моление наше. А Царицы Небесной, возьмем молитвы своя и скажем, спасай нас, усердно просим. Аминь. Господу помолимся. Благодатью человека любим всегда, ныне, присно и во веки.